Тупой. А мужчина там. Баса! А что-то какая-то очень быстрая музыка. Нет, это надо по кавказски. Марик, надо плыть как лебедь. Надо лебедем плыть. А я как думаю? Я сама на сцене. Это я твой бортик. Это вот так вот девушки должны плыть, как Алан. На Алана смотри. А я танцую. Опа! Туса! Хуя! Сейчас музыка еще будет. Когда тебе мужчина так делает, это значит, ты ему принадлежишь. Смотри. Марика, Марика, смотри. Пятка, носок. Да, смотри. Марик, ты тапки сними, Марик. Да, да, хорошо. Вот он вот так. Ну, это дагестанские движения. Давай, давай. Саби, Сабина, покажи еще движение, пожалуйста. Тебе надо тапочки снять, Марик. Тапки надо снять, они тебе мешают. Надо прыгать, как ходишь. Чего? Хочу воды попить. А иди у Гули попроси, сэр. Гули попроси, пожалуйста. Да, 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 да. И потом. И потом, да. Оса. Ты слушай ритм, Марик. Ритм, слушай. Вот ритм, да, просто работает. Раз, два, раз. Они так попами не крутят. Смотри, вот так, повыше колено. Опа! Вот так. Смотри, опа, смотри на меня. Я сейчас подвисну. Да, импровизируй, да, хочешь. И пошли как раз. Вот так. Хорошо работает. Это надо с Сабиной работать. Сабиной. Сабина. Сабина, мы что тебя вызываем. Сабину. Решено. Забираем, говорит, Марику в Дагестан на пару недель. Ты ей об этом скажи. Марика. Пока не научишься, не приедешь. Короче, пока не научишься, не отпустишь. Давайте. Согласна? Согласна. Иди пакуй чемоданы. Я сойки. Ёла, пошли. Это надо, знаешь, вот так вот, сабелькой. Вот такая водоросль. Это все равно что не видно тебя. Почему? Видно все. Как А еще говорят, чтоб жить не живи. А что это такое-то? Шагал, где? От врага побежи. А еще говорят, что храбрец только тот, кто
Да-да-да-да-да, это Кавказ. Да-да-да-да-да, вот и пейзаж. Давай ты себе. Не, я не хочу, Мария.